Рыбакит ТВ. Папа рисует. Привет, ребят. Привет. Меня зовут Ваня. Меня зовут Юра. Да, и вы на канале Рыбакит. Сегодня мы будем с Юрой рисовать первый раз. Юра ко мне в гости пришел. Рассказывай, что мы будем рисовать? Мы будем рисовать ниндзяго. Ниндзяго! Мне кажется, надо так говорить. Ниндзяго! Это всегда такие штуки, которые любят подраться. И пособирать лего. Это тоже очень полезно. Так что сегодня мы рисуем кого конкретно? Мы будем рисовать человечков. Ну, одного из героев, который тебе нравится. Юра сам выбрал, кого он хочет рисовать. Мы рисовать будем фломастерами. Не спеша, чтобы у нас все получилось. И если ты умеешь, ты часто рисуешь лего, Юра? Да, я в садике даже пробовал списать, и у меня очень хорошо получалось. Ну, тогда начинаем. Я тебе могу посоветовать, лучше начинать с тела лего человечка, чтобы он как бы завел тебе. И конкретно кого мы будем рисовать сейчас? Мышка я будем рисовать? Да. Красного такого человечка. Если вам нравится красный боец лего ниндзяго, то рисуйте его с нами. Начинаем фломастером, мы раскрашиваем тоже фломастером. Смотри, вначале я рисую самые простые. Это такую пирамидку, можно сказать. Правильно? Это тело. Я его называю самый главный кубик. Да? Примерно так рисуешь. Отлично, лего — это его тело. Еще это называется трапеция, когда такой треугольник, но зарезанный, да? А дальше уже все, дальше уже легкотня, потому что голова, две руки, две ноги, и все готово. Давай, теперь следующий, теперь что ты мне скажешь, что рисовать мне следующий? Следующие ноги. Ноги? Давай ноги. Ноги, тут шарниры надо рисовать, да? Как ты рисуешь ноги? Я их рисую вот так вот ровно. Как бы первый такой вот, это шарнир, да? И его можно прям так, я его отделяю, это шарнир по сути. Лего. Мы же рисуем похожего на лего-человечка, чтобы он был похож, да? Отлично. А дальше мы рисуем ножки. Можно их прямоугольно рисовать, как они на видео сделаны. А можно их так, знаешь, так чуть-чуть вот так вот. Как будто он, ну, как бы такой ходит. Ну, вот у меня есть лего. Давай своего лего красного. Тоже. Вот он. Здесь ждем. У нас есть лего. И у Юры есть лего. Да, и он так ходит. И я чуть-чуть, знаешь, как делаю? Я чуть-чуть делаю вот так. Эту ногу сюда чуть-чуть делаю, что она чуть-чуть вверх. А это чуть-чуть вот так вот, что чуть-чуть вниз. И тогда получается, он как ходит, как будто бы, да? Ну, вот ощущение, как будто он куда-то идет. Например, идет к тебе. Да-да-да-да-да-да. Примерно так. Так. Вторую ему ножищу вот это ножище. Так, хорошо. И это мы сделали. Дальше что рисуем? Дальше мы рисуем голову. Голову. И мы рисуем его вот в твоем шлеме, потому шлем должен быть большой. Я думаю, сначала лучше рисовать горшок. Знаешь, что такое горшок? Вот такой горшок. Шлем рисуем. Вот такой большой полукруг. Давайте точки поставлю. Вот отсюда. Вот до сюда. И такой большой, широкий. Да-да-да-да-да-да. Отличный горшок. Для нашего Кая как раз подойдет. Кай, он драчун, я понял, да? Да. Подраться. Вот у меня такие. Это как Раф, кажется. Рафаэль тоже в «Черепашках ниндзя» любит подраться. Так, дальше что? Дальше здесь нужно рисовать ему шлем. И с такой повязкой, вот такой, видишь, вот так вниз. Раз и два, вот как... Ты можешь другой фломастер взять, если у тебя он не пишет. Угу. Попробуй другой фломастер, или как-то так получается неровно. Ну, не то, что неровно, так не четко, да? Отлично. Так. А здесь вырез для глаз. Повязка такая. Просто такой вырез, да, вот так вот. Так. Да-да-да. И вверх, и сюда, да. В нем два глаза, лучше поближе их так рисовать, два глазика. И он такой серьезный, хочет кому-то набить нос. Нос, видать, и такой, ребята, ниндзяго. Давай шею подрисуем еще, как бы он с шеей, да? Отлично. Что еще? Руки. Ну, руки тоже легкотня. Но я рисую тоже, знаешь, руки не просто вот так ровненько, да, как вот он. А я стараюсь как будто он вот так чоп-чоп-чоп-чоп.
И эта рука, например, у него идет вот так вверх. Вот так вот. Ну, как бы так, раз, изгибается и вверх. Да-д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 а. И вот тут раз, заканчивается. А это, она может идти... Мне нравится, когда вот так вот. И он как будто вот так, раз, руку поднял. Локоть, да, локоть у него такой. Вот, здесь хваталки. Вместо рук очень легко в лего рисовать хваталки, да? Эпэ. Не надо пальцы рисовать, да, просто хваталки рисуешь и все, да? Хваталки. И что еще будем рисовать-то этим? Мечи, наверное, да? Да. Мечи мне нравятся. Мечи. У тебя можно меч в руке нарисовать, а можно сзади, как ты хочешь. Рисуешь, как... Вот у тебя меч в руке, да? Такой, да. У твоего Кая. А у моего будет... Ну, рисуй, как хочешь. Я рисую сзади. Вот, вот, вот тут, вот так, смотри, две палки. Одна палка здесь, одна палка здесь. И уже как будто там меч. Да, слева и справа. Мне кажется, это мечи у него сзади будут. Да, здесь палка. И здесь палка. А снизу... Такие ножи уже, как бы, лезвия мечей. Щик, щик. Ножи, ножи. Самое основное, ребята, мы уже нарисовали. Теперь нам нужно только нарисовать, если ты хочешь, вот что там нарисовано у него. У тебя в кимоно такое нарисовано? Он в кимоно, да, таким? Да. А здесь он нарисован каким-то, не знаю, с гаджетом, что ли. Я думаю, можно кимоно нарисовать. С головой дракона нарисован, а тут пол тела дракона. Да, что такое голова дракона? Это его талисман или что? Или это какой-то гаджет? Да, они же любят драконов, вот это. Это как бы для них талисманы. Ну, нормально. Ты будешь рисовать дракона? Давай. Да. Да? Ну, это трудновато будет так. Ну вот, как бы так нарисовать, чтобы поместилось, да? Ну, я просто вот такой квадратик нарисую. Такой вот. Квадратик рисуем, на него, да, дракон, я не знаю, даже дракон, мне кажется, очень мелко получится такой, как пламя, что ли, получается он, да, как огонь такой, огненный дракон, чо, огненный дракон, ну и кимоно, само по себе кимоно у него крутое, я думаю, отлично, отлично. Еще вот здесь вот у него всегда какие-то эти наколенники. И можно раскрашивать. И еще, знаешь, во, у него есть эти как эти. Сюрикеты. Знаешь, что такое сюрикет? Да, это такие типа. И звездочки, бросать. Да? Ну давай раскрашивать. Угу. Раскрашиваем и тоже фломастером. Так. Смотрим. Берем вот красный, например. Я думаю, это основной цвет, который нужен для нашего. Смотри, здесь толстый есть, тонкий. Я беру толстым. Раскрашивать толстым гораздо легче. Да? Щик-щик-щик и раскрашено. Прям толстым хорошо раскрашивать. Расскажи нам, Юра, пока что про себя что-нибудь. Сколько тебе лет? Мне 8 лет. 8 лет. И ты ходишь в школу? Да. Или в детский садик? В школу. Школа, ну это хорошо. Нравится в школу ходить? Да. С удовольствием пошел, да? Да. Эх, ну я тоже люблю, в школу ходил, любил. Сейчас бы тоже пошел с удовольствием, но меня уже не пускают. Слишком большой, говорят. И даже на 10-й год не оставляют. Хорошо учишься? Да. Стараешься? Да. Эх, Эд, молодец. И любишь лего, да? Ты выбрал для нашего рисования, для нашего урока рисования много лего рисунков, да? Ты хочешь именно лего, много рисунков именно лего нарисовать, да? Ну, а кроме лего, тебе что-нибудь нравится такое какое-нибудь? Мне нравится Майнкрафт, мне нравится... Майнкрафт. Рисование. Ну, это мы поняли. Тут все собрались, кому нравится рисование. Ты и ребята, я тоже знаю, что они с удовольствием все рисуют. Так, этот уже не рисует. А вот серенький рисует. Да-да-да. А, такую четкую штучку нарисуешь. Потом я тоже нарисую. Черные такие узоры. Или это у него черный пояс, наверное, там, да? Да. Черный пояс. На этом нарисован. Ну, здесь я его нарисую. Черный пояс. Такой. Черный пояс.
фуджитсу, круджитсу. Фуджитсу, круджитсу. Ладно. А вот кино ты видел? Лего Ниндзя Гоу. Кино. Они же выпустили кино, и там много очень интересных этих, как они там сдрались, кто кого, и самое... Что я там уже самое интересное? Все типа, сезоны посмотрел. Не, сезон это ты смотрел сериал. А есть же кино, настоящее 3D, где вот желтый. Кино где нет. Не видел еще? Нет. Там очень прикольно. И это называется Lego Go или Ниндзя Go кино, Ниндзя Go, что-то такое, да? И мне больше всего там понравилась кошка настоящая. Там есть настоящая кошка, которая крушит Лего. У тебя есть дома животное? Да. И оно крушит твое Лего? Кошка у тебя, да, я знаю? Да. Кот. Он крушит твое Лего? Да, он любит вот, помогать там разбрасывать, так разбрасывает. Помогать разбрасывать. Это ты как культурно сказал, да? Помогать разбрасывать такой. Это явно у тебя это... Культурно, да, так помогать разбрасывать. Нет ему по жопе дать такую, за такую разброску, да? Такой у нас получился герой. Мы, правда, рисуем его не в первый раз. Я, ну, наверное, уже во второй раз его рисую. Красного с Ромой мы рисовали. Но очень, очень нравится. И Рома часто возвращается к ним. И интересно ему все поинтересно. Про... Особенно после, когда он посмотрит или сериал, или Лего какой-нибудь мультик. Он после этого возвращается и говорит, о, надо срочно полепить, надо срочно пособирать Лего. И вот у него эти герои очень нравятся. Супер, мне нравится. Тебе нравится что? Строить Лего или играть человечкой Лего? Мне больше почему-то я вот, когда начинаю что-то строить, и я начинаю... сразу как бы уже начинать драться уже человечками. Во, во, драться человечками. Сейчас я тебя своей волшебной палочкой Ингардиум Левиоса. Левиоса. Получай. Вот так вот мы играем, рисуем и играем. Ну что, Юр, прощаемся сейчас. Это первый ролик был с Юрой. Мы запишем несколько роликов, потому что он живет в моем городе и узнал, что я тут тоже рисую, и пришел к нам в гости. Так что и порисуем Лего. Как твоя передача будет называться? Бешеный цветок. Бешеный цветок Лего я предлагаю назвать. Или бешеный цветок Ниндзя Гоу. Ну что, прощаемся. Скажи, что ты ребятам хочешь рассказать на прощание? То, что я советую посмотреть. Очень хороший мультик. Очень мне нравится. Все. Ниндзя Гоу. Смотрите сериал Ниндзя Гоу и рисуйте с нами, конечно же. Все, прощаемся. Пока-пока.